У нас появился такой котенок на курации. Вот попросили нас волонтеры помочь. Значит, у нас такая проблема с глазом. Это мальчик, звать его Фанта. Вот, и он вот такой. Ты такой милый. Ты тут у нас показываешь кренделя. У него очень сильно болит глаз. Я сейчас включу вспышечку, мы посмотрим его глаз. Вот, видите, да? Значит, были у офтальмолога, ну, нам выписали лечение. Сказали, что это... Что же сказали, как правильно называется это? Уявит. Уявит, вот. И у нас подозрение, что это выпадная форма. То есть мы сейчас, вот, экспериментальное лечение, у нас идет вот все препараты. Также у нас глазные капельки идут. Ну, вот, значит, доксифин котенок принимает. Препарат от ФИПа, поскольку мы считаем, что это офтальмологическая форма ФИПа. Вот, то есть у нас проходит экспериментальное лечение, поскольку, ну, мы не хотим глаз потерять. Вот, и котеночек пока у нас находится в клинике. Он вот так вот живет. Здесь у нас еще вот животные на лечении. Ну, там уже не наши животные, да, по-моему? Анфиса только. А, вот Анфиса еще наша. Анфиса. И сейчас мы тоже ее покажем вам. Вот это Анфиса, про нее мы видео снимем отдельно. Вот. А пока мы видео снимаем про котенка Фанта. Наша задача сохранить малышу глазик. И поскольку иного варианта у нас нет, кроме как использовать препарат для лечения ФИП, мы его используем. Потому что в противном случае глаз у нас будет дальше увеличиваться. И чего хорошего мы в итоге не получим, да? Значит, котеночек вообще был найден на улице. У него были оба хорошие глазки, то есть у нас такого не было. То есть глаз увеличился буквально за месяц в размере. До этого был это обычный здоровый глаз. Поэтому мы считаем, что это очень похоже на ФИП. В клинике о нем позаботились. У него такая коробочка есть, туалетик. В этом лоточке он спит с пеленочкой. Кушает он сухой корм. Вот, и мы очень надеемся, что вы нам поможете оплатить его лечение, поскольку сам препарат дорогой, вот то, что нам тут в капсулах развешивали. Да, козе дорогой препарат. И мы должны глазку вылечить. Ну, также дополнительно мы капельки капаем. А здесь есть анализы какие-то, можно посмотреть? Фант, такой ласковый мальчик. Нет, биохимия только там есть. Ага. На компьютере. Ладно, мы спросим потом у врача. Но пока у нас идет вот такое лечение. И врачи сказали, что есть динамика. То есть глаз немножечко уменьшился уже в объеме. И мы надеемся, что мы его спасем. Вот. Спасибо всем, кто поможет оплатить лечение, обследование котенка. И, в общем-то, потом мы надеемся, что глаз мы сохраним, но нужно будет его пристроить. Пока он у нас будет жить в клинике. Каждый день у нас списывается примерно рублей 800. И с учетом вот этого препарата, то есть сам препарат еще рублей 200 или 300 стоит. Ну, где-то в районе 1000 мы списываем за котеночка, да? То есть, да, сюда же входит корм, пеленочки впитывающие обязательно. Вот такой малыш, ты, господи, а. Ты такой мальчик, такой красивый огонечек. На меня прыгнуть хочет, зайка, не надо прыгать, он очень на ручки хочет.